фотографии. Каждая из них по-своему уникальна и неповторима. Любую из этих фотографий – настроение и целая история. Выставка «Фотограни» – это возможность посмотреть на вещи иначе, увидеть то, что не замечали раньше. В Суэрвигемском национальном парке удалось снять степных орлов. Причем появился такой момент, когда лис старался украсть у орла его добычу. Птица большая, размах крыльев до 2 метров, но, тем не менее, значит, лису удалось отнять у него кусок мяса и уйти. В работах Владимира Рубинчика запечатлены самые необычные моменты из жизни животного мира. Фотограф объехал немало заповедных мест. Он видел закат над соленым озером Баскунчак, колонию розовых пеликанов в акватории Маныча, пару мгновений из жизни краткоухого зайца. Ничего не ускользнуло от его зоркого глаза. Теперь у самарцев есть уникальная возможность познакомиться с обитателями дикой природы при помощи фотоснимков. Наше фотообъединение областного союза журналистов России ежегодно проводит итоговые выставки. Это некий такой творческий отчет за прошедший год. То есть в течение года, где только они не бывают, что только не снимают, они творят. И вот итоговая выставка, она является результатом их творчества. Это всегда интересно. Интересно узнать, чем жили люди, что они видели и что они вот хотят изобразить и чем хотят поделиться. На выставке «Фотограни» своим восприятием мира поделились 15 фотографов. Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Гребцова, Владимир Курилов, Владимир Рубинчик, Елена Фомина и многие другие. Самарское областное отделение Союза фотожурналистов России на самом деле наши давние друзья. И это не первый проект, который проходит здесь, в стенах исторического парка «Россия. Моя история». И сегодня мы продолжаем наше сотрудничество открытием выставки «Фотограни», которая включает в себя около 120 работ прекрасных фотохудожников. Портреты, репортажная съемка, пейзажи, фотоанималистика. Разнообразие тем и жанров делает выставку интересной для посетителей всех возрастных категорий. Прийти посмотреть на всю многогранность окружающего мира можно до 5 марта, со вторника по воскресенье, с 11 до 19 часов. Вход свободный. Ольга Павлова, Александр Гусева, Константин Головин. События.